ребята там. Жаль, мамы здесь нет.
Сказал, что стало с сыном каменщика. Хримтур, сын там. Мура. Завершив шедевр отца, великую стену Йотунхейма, он решил заставить асов заплатить за свои злодеяния против великанов. Он мечтал сразиться с Тором, но горе сделало Хримтура умнее и хитрее. Он заметил, что стены Асгарда местами слабы и пришли в негодность, но асам не было дела до такой ерунды. И Хримтур, прикинувшись обычным человеком, предложил асам построить для них новые великолепные стены. Срок взял 2 сезона, а не успеет, ему ничего не должны. Но если успеет, то в уплату хочет лишь поговорить с богиней Фрейей. Один согласился, считая задачу невыполнимой. Он был заинтригован. Хримтур сделал работу очень быстро. У него были знания от отца и волшебный конь, носивший камни. Один был недоволен тем, что проиграл спор, но вроде бы согласился выполнить обещанное. Фрейя пришла на встречу с каменщиком, а он лишь прошептал ей что-то на ухо. Сделав это, он решил покинуть Асгард, но у ворот Мидгарда увидел поджидающего его Тора и понял, что его перехитрили. Но ему было все равно, ведь его месть уже свершилась. Да? Что он сказал Фрейе? Это знала только она, но я много месяцев искал разгадку. Хримтур знал, что Фрейя, несмотря на брак с Одином, ненавидит асов. Думаю, он выдал ей тайну защиты Асгарда. Слабые места, физические или магические, которые она использует, когда настанет Рагнарёк, и Сурд придет, чтобы сжечь Асгард. Если не раньше. Ого! Их тут 2, и они огромные. Почему они не двигаются? А ворота мы так и не открыли. Может, попробуем?
Сразись со мной, громовержец! Боги глухи к твоим воплям, дух. Зря глотку дерешь. Не смейся над моей жаждой мести. Моя семья поклонялась Тору, а я решил его погубить. И я начну со статуи, что стоит над могилой моего отца. Не выйдет. Ты мертв. А мы можем тебе помочь? Конечно, не бесплатно. Повали эту статую, и я разрешу тебе порыться в могиле отца. Он упокоился на одном острове к востоку отсюда. За что ты ненавидишь Тора? После смерти отца мать поставила статую, чтобы она охраняла могилу. Представь себе наше удивление, когда сам Тор явился с соболезнованиями. Поначалу мы радовались, но он злоупотребил нашим гостеприимством. Мать умоляла его уйти, но Тор в пьяном кураже убил ее. У меня не осталось ничего, кроме горя. А потом я утратил его, и его заменил гнев. Я сочувствую. Идем. Нужно уничтожить статую. Отец похоронен на острове к востоку отсюда. Не спутайте статую Тора моей матери с уродством, которое стоит на юге. Сын? Слушаюсь. Круто! Новая карта! Еще одна для коллекции. Нет мне покоя, пока над могилой отца стоит убийца моей матери. Грубо!
Чью мать убил Тор? А что? Запомни его историю. Жизнь людей ничего не значит для богов. Знаю, отец. Знаешь. А понимаешь ли? Да. Хорошо. Ты уже знаешь сказку о Сколле и Хате, несущих день и ночь? А, да, волки-великаны. Да. Они были сыновьями проволка Фенрира, великого противника асов. Еще в детстве их поймал Один и посадил в псарню Асгарда, чтобы держать врага в узде. Когда солнце и луна взбунтовались и замерли, Один натравил на них Сколля и Хатти. С помощью древней магии он отправил волков на небо, и те начали погоню. Погоня будет долгой, но не бесконечной. Ведь предсказано, что однажды Сколь и Хатти поймают и съедят добычу. И тогда настанет Рагнарёк, сумерки богов. Но Рагнарёк погубит Одина, так ведь? Зачем же он выпустил волков, если это исполнит пророчество? Хороший вопрос, парень. Это вопрос власти. Когда начнется Рагнарёк, решать волкам, а повелевает ими Один. Если битва начнется по его команде, у него будет больше шансов. Yeah.
Смотри. Ладно. Вейдергард. Южный форпост короля гнома. Короля гнома? Ты про такого слышал? Нет. По слухам, неподалеку какой-то могучий гном правит какими-то бедолагами. Я так, к слову. Что с ними случилось? А ты подумай. Ну, тут повсюду сажа. Они лежат кучей. Может, они прятались от кого-то огнедышащего? Но все равно погибли. Берегись, отец! Уже можно идти! Сын, сюда. Будь проклят, король-гном, бич всех людей. Видать, король был не из лучших. Интересно, за что его так ненавидели? Они все мертвы. Какая разница? Да, просто любопытно. Любопытство опасно, сын. Оно отвлекает. Читай. Слушаюсь. Вейда Даудер, значит, преследующий смерть. Да уж. Ого! Как строят такие огромные статуи? Гномы – находчивые существа. Противные, но находчивые. Наверное, это очень важные гномы. Голова, сколько в тебе историй? Когда же ты расскажешь интересную? Прошу прощения. Он тебя оскорбил. Да, понял. Хотите поразительную историю? Тогда, братцы, я расскажу вам о забияке Грунгнире. Всю правду, не байки всякие. Ужасная битва, да? На алтаре было, как он сражается с асами. Хорошая история, но нет. Грунгнир родился и без головы, и без сердца. Поэтому великаны сделали их ему из камня. Он был силен, это да, но простофиля ужасный. Однажды Один встретил его в Мидгарде и счел настолько забавным, наивным и безобидным, что пригласил его в свой дворец в Асгарде.
Там он вдоволь напоил Грунгнера медом и повел разговор так, чтобы тот начал хвастаться и кривляться всем на потеху. Я видел, как смеялись асы, когда Грунгнер запрыгнул на свой щит и поклялся убить нас, а женщин забрать с собой в Йотунхейм. И тут пришел Тор, и он не смеялся, о нет! Тор глянул на пьяного болвана и обрушил ему на голову Мьёльнир, да с такой силой, что осколки Грунгнера до сих пор засели у него самого в черепе. Острые камни так и брызнули Тору в лицо, а потом на него с тошнотворным хрустом рухнуло тело Грунгнера. И снова по залам дворца разнеслись громкие раскаты смеха. Ужасная история, Мимир. Мама таких не рассказывала. Вот тебе и мораль. Правда, не так красиво, как мифы и легенды. Ну, вот и Тор. Где-то у него должно быть слабое место. Свергнуть Бога не так-то просто, сын. Знаю, знаю. Шучу я. Это не предмет для шуток. Прости. Отец, почему смертным от богов всегда столько бед? Такова их натура. Но у них же столько власти. Почему никто из них не хочет помогать людям? Да, боги сильны, но сеют несчастье. Такова жизнь, сын. Но мы-то будем сеять добро, да? Так что там про великана с 8 руками? Его звали Старкат Могучий. Если бы великаны однажды создали армию, Старкат бы вел ее. Впрочем, последнее замечание мне стоило бы держать при себе. Но я был советником Одина. Я дал совет, и его уже было не отговорить. Судьба Старкада была решена. Но даже Тору хватило ума не вступать со Старкадом в честный бой.
Нет, вместо этого асы распустили во всех мирах слухи о Старкаде, будто он чудовище, которого стоит бояться. Говорили, будто он похитил королеву эльфов, и та покончила с собой, лишь бы великан ей не овладел. Вранье, конечно, но тебе еще рано об этом знать. В итоге это дело затронуло как ванов, так и армии Мидгарда. Окружив Старкада, они осыпали его стрелами, пока тот не упал на колени. Он сдался, надеясь восстановить свое честное имя. Тор воспользовался моментом и оторвал Старкаду одну из рук, а потом еще одну, и еще, и так, пока не успокоился. Потеряв 6 рук и слишком много крови, Старкад пал на поле боя. Я до сих пор об этом сожалею. Я знаю, что ничего не мог поделать, но надо было хотя бы попытаться. Это же дракон! Сын. Ладно. Интересно. Трей, ко мне! Я иду, иду!
вот эта находка. Берегись его дыхания. Это я и без тебя знаю. Опасен. Наверное. Но ему так грустно. И где ты расслышал грусть среди рева и грома из глотки? Грома! О трех драконах, сидящих на цепи в Мидгарде. Это правда? На колонне были три руны. Найдем две другие и освободим. Это не наше дело. Понимаю, но... Мама, я этого хотела. Ведь это правильно. Ты снова думаешь сердцем, сын. И твои враги обязательно этим воспользуются. Понял. Не горячись. Если дракон нападет, нам придется его убить. А, ты прав. Я буду готов. Посмотрим.
сделать? Его уже нет.